Привет, вас приветствует магазин Grooming. Сегодня посмотрим, что входит в интересную систему Вильма. Состоит она из нескольких частей. Это корыто-резервуар в нижней части системы. Здесь содержится раствор, ну, вода и питательные вещества. А сверху устанавливается такой крышки типа. Довольно-таки жесткая конструкция. Здесь у нас размещается 8 горшочков. Системы бывают разные. Бывают 8 и 6 литров горшки. Вот такого плана сеточки внутри. Ну, соответственно, по ним, то есть раствор, питательные вещества стекают все вниз, попадают вот в эти отверстия и вниз обратно в систему. В комплект входит, то есть в данный комплект входит 8 горшочков вот такого плана, сама магистраль, кран, микрофитинги, это разводка по горшочкам, насос, который поднимает раствор снизу и гоняет его туда-сюда, вверх-вниз. Сливной шланг, сами капельницы, два вида капельниц. Одни капельницы разбрызгивают немножко в стороны, вторые капельным поливом стекают вниз. К насосу идет перфильтр небольшой, чтобы грязь не попадала в сам насос, чтобы он дольше прослужил. И вот такая защитная крышечка на систему, в избежание тоже попадания всех лишних частей. Собирать довольно-таки просто. Берем основную магистраль. Она уже идет собрана в коробке. Коробочка у меня вот такого плана. Одеваем сюда микрофитинги, ну, микротрубку. И устанавливаем ее вот таким вот легким движением, так сказать. На низ. Основной магистрали, вот сюда вот, мы одеваем компрессор. Можно вогнать так, просунуть, можно снять. Ну вот. И установили плавники. А внизу самого насоса существует присосочка. Присасываем его к нижнему борту. Можно присасывать, можно присасывать. Устанавливаем горшочки. И в них заводим в каждый горшочек свою микротрубку. Одеваем капельницу. Любую, либо такую. Все зависит, как вы хотите, чтобы работала система. Наполняем резервуар питательными веществами. Засыпаем субстрат. И, в принципе, система готова к работе. Еще в комплекте идет вот такой шланг. Для слива он называется. Вот. Производители рекомендуют подсоединять его вот туда вот. Снимаем уголочек и подсоединяем для слива. Но, мое мнение, удобно все-таки отсоединить вот эту вот магистраль основную. Подсоединить напрямую к насосу и вот так тут удобно ее сливать. Высота позволяет, в принципе, нормально она сольется, более-менее. А остаточек, конечно, не сольется, придется чуть-чуть, может, приподнять систему. Сантиметр, наверное, 2, я думаю, все-таки она не будет до конца сливать. Но приподнять, либо наполнить еще раз раствором, не раствором, а чистой водой, еще раз слить, думаю, почистится нормально. Вот такое вот видео. Всем спасибо, пока.